семена лука премьер относятся к среднепоздним сортам. Посев происходит в мае в плодородную и дренированную землю. Между грядками необходимо расстояние до 25 см. Рассада лука премьер появляется через пару недель. На протяжении всего периода можно собирать зелень. Урожай созреет в сентябре. Луковицы получаются большими, вес до 430 граммов, и сочными. К достоинствам сорта семян лука премьер следует отнести высокую урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, возможность длительного хранения, приятные вкусовые качества, которые не пропадают в любом виде приготовления. Лук Парей Премьер – это травянистый высотой от 76 до 92 см. Лук Парей Премьер имеет среднепоздний срок созревания. Его плоды созревают в месяц сентябрь. Урожайность лука Парей Премьер составляет 4,9 кг. Плоды имеют массу 430 грамм. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода сине-зеленый. Вкус слабоострый. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Годом создания растения считается 2003. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.